хорошо. Я люблю обедать в одиночку. И тусоваться люблю один. И играть в пинг-понг тоже люблю сам. И всегда себя проигрываю. Боже мой, ребята, только что увидели случай, когда просто нету... Ребята, всем здорово, Саныч на связи. А ну-ка, пожалуйста, напишите мне в комментариях, если у Чаечки есть, ну, здоровые, адекватные отношения, как бы, да, там, ну, не тогда отношения, когда, допустим, там, ненавидит она своего, там, этого пацана, как бы, да, когда нормально все, у них регулярный чпок, им это обоим нравится, то есть они получают удовольствие. Бывает ли у Чаечек депрессия? Я думаю, нет, ребята, все к этому сводится. Да, когда у тебя есть регулярная половая жизнь, когда у тебя в жизни все ладится, как бы, да, вот за, ну, там, на работе, там, в учебе там, и так далее, да, вот, то все будет прекрасно. Вот, но хороший чпок всегда же разбавит грустную атмосферу. Я думаю, вы понимаете, о чем я?